Хватит болтать, Гошан. Немедленно отправляйся в бой, или я отпишусь от твоего канала. Брадам-брадам-брадам. Танк вообще ни разу не имбовый. Просто ни разу не имбовый. Но... Здравствуйте, с вами дядя Гоша. Ну, что сказать? Я на несколько недель уходил медитировать в лес. И вот я возвращаюсь. И что я вижу? О, господи, танковые бои! Почитал новости, посмотрел, оказывается, ОБТ началось. И это радостная весть. Ну, каком же я танке буду играть? Дайте подумать-ка. Ну, точно не на танке-нагибаторе. Где он? Где мой танк-нагибатор? Вот он. Ой, смотрите, они, кстати, ему картинку изменили. Так, выбрать экипаж. Вау! Курс обучения танк. Сто штучек дают? 15 тысяч? Интересно. Ба-ба-ба-ба-бам. Даже не знаю. Я бы посмотрел вообще. Хо-хо-хо. Какой он вообще, да, дерзкий. Такой болотный. Мне казалось, он более яркий. Экипаж алюминир... Ух ты, ёшкин коклюшкин. Да у нас тут, смотрите, экипаж-то остался, похоже. Квалификацию, конечно. Денег на дело вообще не жалко. Это же танк-нагибатор. Первый выезд. Столько недель не катался по танку. Я сейчас смотрю в этот экран и, не знаю, вообще удивляюсь, что люди придумали. Просто охренеть. Даже не верится, что это двухмерная плоскость. Ох, ладно, надо еще привыкнуть к цивилизации. Так, что у меня тут есть-то? Этот волшебный голос мне поможет привыкнуть к цивилизации. Что у меня тут есть, значит, эти внешний вид... Ой, господи. Где мой тролль? Верните моего тролля. Отлично. Супер место для тролля. Лучше не придумаешь. Цифра... девяточку хочу девяточку. Мастер, просто... Просто Айвазовский. Так, что еще у нас есть? А, девочки. Ну ладно, девочки пока не буду. То вдруг меня смотрят дети. Ты что, Гошан? Тебя только смотрят 40-летние дядьки. Так, за нами Москва, ничего себе. Классная штука. Откуда она у меня? Что-то за что тебе давали? За что тебе давали? Я так вообще ужасно все клею. Просто отвратительно. Надо сделать состояние камуфляжа. Ну да-да, вообще отлично. Ну ладно, давайте пока сделаем таким новеньким, чистеньким. Масштаб. О, вообще класс. Такой леопард. Леминюр де фижюр. Ну, как-то прям видно, что он немецкий. Как-то прям видно по окрасу. Ладно. Это все детали. Погнали в бой. Господи, в бой хочу на реалистичных боях. А, слушайте, надо же выбрать еще, что качать. Воу. What the fucking shit is this? И, кстати, еще скидка на все. Ягдпанзер, ну, что там, не знаю. Хочется по этой вот линии пойти. Ну, ты тоже что такое вообще, ягдпанзер. Слушайте, да тут же можно этого купить. Какая ягдпантера? Можно просто купить и все, и не париться. Так, а здесь вот можно направиться по вот этому направлению. Советы нового... Брадам-брадам-брадам. То же самое. Советам ничего не дали. Прототип, подарочек. Сладкий подарочек. Ладно, все, хватит болтать, Гошан. Немедленно отправляйся в бой, или я отпишусь от твоего канала. Ладно, не бей меня. Вау. Выбранный экипаж снаряжен неподходящей техникой. Какие воздушные бои. Танковые. Не балуй. Yes! А чё так мало народу-то? Это же танки! Онлайн 54 тысячи. Почему так мало человек играет в танки? Слушайте, может там какие-то финтифлюшки сегодня дают? И все хотят, типа, понагибать там, получить, не знаю, какие-то премиумные штучки. Премиум аккаунт, скидка еще 50%. В принципе, можно взять, чё? Прикиньте. На год, да? У меня на сколько еще? 89 дней. Ну да, у меня на 3 месяца. А так я возьму, у меня будет надолго. Эх, можешь взять. Давайте возьмем. Хорошая такая экономия. А я на ДД 7600 и все, короче, у тебя премиум. Да, возьму, пожалуй. Так. Ура, я нашел бой. Господи, первый бой за несколько недель. Вау. Сейчас чувствую вообще ничего понимать. Не, понимать я буду все, но слишком много. Благодаря гидропроводу крылья
Так, уничтожьте самолеты, окажите поддержку. Мне кажется, что танк будет просто дичайше нагибать. Вау! Осколочно-фугасы. Бронебойные. Ах. Кстати, бронебойные с бронебойным наконечником. Остроголовый сплошной. Ну, все попробуем, короче. А тут можно на точку появляться? Не, нельзя. Так, окей. Вау! Какой приятненький звук. Такое все черное, темное. Ничего не видно. Так, ладно. У кого-нибудь есть еще такой танк? Ни у кого такого танка нет. Я такой важный. Я такой крутой. У меня есть такой редкий танк. Так, куда я еду? Я вообще... Так. Я вам скажу, надо привыкнуть к этой игре еще. А, да. Три недели не играл. Представляете? Ой, тут уже сразу артобстрел есть. Класс. Я чувствую, за немцев, кроме этого танка, я еще ни за кого играть не буду пока. Ну, только буду эти, раскачивать танки, но играть все равно на этом. Потому что тут, по идее, так дико пушка опускается. Просто выехал такой, чутям. Тебе знать, народ научился играть получше за то время, пока меня не было. Ладно. Слушайте, а что это у нас тут такие серьезные ребята-то? Подождите, КВ-2 это у нас... КВ-2 это у нас третий ранг вроде. СУ-122 тоже третий ранг. Любопытно. Это хорошо, значит больше опыта будут давать. О, слушайте, я совсем забыл про... Я вообще-то ничего не вижу, тут так темно. Так. Ребята, это сложно описать, у меня такие необычные ощущения. Ну, то есть, как-то непривычно, знаете? Когда так долго... Не то, что не играешь, вообще даже не видел телевизора никакого. А тут сразу просто тебе надо тащить, нагибать. Нифига, как будто отлетел от него. Так, ну сколько здесь? Ну, 300 же. Бам. Ладно, он, походу, там спрятался. Снарядов просто тьма тьмущая, вы только посмотрите. Пфф, я столько уже настрелял. Тут 90 снарядов у этого танка. Просто танк-сказка. Так, ладно, давайте потанкуем, что ли. Чё я тут как самый неприкаянный-то? Я, правда, почти не вижу. Не пробили. Не пробили. Ходовая. А, ну, в принципе, правильно. 3457. Давайте попробуем вот этот бронебойный. Хорош. Вот этот бронебойный мне побольше нравится. Так. Бам! Далось, говорит, инициатива. О, тихо-тихо. Фраги. Вообще, вот этот классный снаряд. Бам! Хорош. Критует так еще сладко. Так, а тут у нас что? Тихо. Не, этот спрятался, походу. Давайте ему туда объявим. О. Слушайте, а долго арта перезаряжалась-то? Ну что, мы точку взяли, кстати, просто нагло выехал тут я. И просто нагло стреляю, и вообще, мне на все пофиг. Мне на все пофиг, я тут стою, стреляю. Бабах, ваншот. Так, ну чё, мы, походу, их в пух и прах просто разносим. Без особых затруднений. Смотрите, с нами какие, да? Ягдпанзер 4, это же вообще... У нас танк второго ранга. Ягдпанзер 4, это, по-моему, третий. Да, нас хорошо закинуло. Ну, может, это фишка такая? Я не знаю. У этого танка, что его закидывает к сильным танкам. А может, просто вот этот бой так получилось. Представляете, вот на этом танке... Ну ладно, я понимаю, СУ-85 это танк третьего ранга. Причем не просто... Подожди, СУ-85М. Я уж немножко забывать стал. Ой, господи, Гэшан, потом ты подумаешь. Давайте им в тыл проедем. Очевидно, что они туда сейчас едут. Кто-то, может, еще тут на холме задержался. Сюда никто не поехал, это просто удивительно. Народ так и не понимает ценности этого направления. Поэтому мы спокойно сюда, походу, сейчас приедем и начнем щелкать в борта. А они что-то паниковать, перестраиваться, пытаться что-то сделать. Так. Бам. Точно в цель. Слушайте, какая стабилизация-то у нас. Шикарная. Бам. Не, мэн. Я тебя не отпущу. Ой, а вас тут много. Так ему.
А, все его убили, да? Так. И тут где-то нас может... Ой, слушайте, да, я прав. Их там просто немерено. Тьма тьмущая, как говорится. Не знаю, мне кажется, где-то вот так. Так, в ходовую мы попали. Но нас тут справа пытаются объехать. Ха, класс. Слушайте, какая хорошая игра. Так, ладно. Давайте тут постараемся с этими разобраться. Понятия не имею, куда он смотрит. Но... возможно, что сюда он смотрит. Так, это привод. Бам. Какая перезарядка, вы только ж гляньте. Просто огонь. Ну, конечно, ты у нас стрелять тоже не можешь. Или можешь, я не знаю. По-моему, ты поворачиваться не можешь. Так, какая награда тут шикарная дается. Ой, КВ-2, ой, КВ-2, ой, не хочу. Ой, от... А, слушайте, он там, по-моему, с кем-то сражается. Я смутно вижу. Я вообще тут смутно вижу, ни хрена не видно. Ну ладно, это все временно. Привыкнем. Привыкнем, Гошан, до следующей карты тут светло будет. Господи, чё привыкать? Тут даже, кстати, при нашем окрасе, при том, что у нас новый танк, нам наоборот выгодно вот так сражаться. Потому что противник выезжает, такой, господи, что это за танк? Ой, господи, куда его пробивать? Сами немцы, имба, все, вхожу из игры. Ненавижу ее. Пойду ванить на форум. Так. Чё-то как-то совсем немного осталось. Ладно, ой, какие-то новые таблички тут нарисованы. Прикольно, прикольно. Ну чё, поедем потанчим в упор. Мне понравилось. Чё-то мне не особо покоцали. С 57-го. Так. Так, ну чё. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Вообще, интересно, как он в город нормально тянет. Ну, смотрите, ну вот по ощущениям нет такого, что будто я еду на танке среднем. По ощущениям, будто я еду на танке тяжелом. Я имею в виду не только по ощущениям скорости, но и по ощущениям вот этой неуязвимости. Понимаете, о чем я? Так, давай, мэн. Нет, не будешь? Ладно. Раз ты такой дерзкий, и раз ты нас не видишь... Может быть, кстати, вот в таких ситуациях, наверное, не стоило. Не стоит использовать артобстрел. Не, он уже уехал, походу. Не достаю я вот тут. Да, смотрите, как любопытно. Я, конечно, понимаю, что этот парень мега дерзкий. Бам! Смотрите, я, кстати, там попал в кого-то артобстрелом. В кого-то попал. Но меня засчитали, во всяком случае. Какие-то кланы. Господи, я тут один на всех. Я не боюсь никого, ничего. Кроме себя самого. Ты вообще пофиг на меня. Класс. Набежало тут очень хороших игроков. Целая уйма. Ну, смотрите, какая стабилизация дерзкая, да? Просто огонь. Бам. А-оу. О-оу. Ха. Тихо, наводчик. Давай, поднимайся. Бам. Да ну на. Да ну на, господи, спасайся, выручайся. Че, не ожидали, да? Что пробить мне нельзя. Мхаха, мхаха, мхаха. А мхаха, мхаха, мхаха. Не, немцы вообще ни разу не имба. Танк вообще ни разу не имбовый. Просто ни разу не имбовый. Ну его не надо нервить. Ну на самом деле, ну согласитесь, это же как бы уникальный танк. Его нигде не взять. А, слушайте, я же могу приблизить еще. Вот этот, по-моему, шарит, да? А этот вообще не шарит. Может, он вообще чинится там. Так. Может, нам артобстрел объявят? Чё-то как никто нам не объявляет. Если он чинится, то ему надо заканчивать чиниться. Странно, арта туда полетел. Так. Ну, в принципе, как бы это сказать-то? Победа! Немцы или смерть? Ну, что у нас тут? Миллиард опыта, 1000 фрагов. Ничего себе. Ничего себе. Нормально нам дали. Так, ладно.
Дай бог памяти, вот это вот, по-моему. Так. Обалдеть, мы сразу два танка открыли, прикиньте. Вот это круто. Ну, нам, наверное, там двойное под задень еще накинули хорошо за этот танк. Плюс мы, походу, сражались против каких-то высоких уровней там. Может, нам еще за это накинули. Так, погодите, погодите. Че на меня дети? Че на меня дети? Я не тот открыл, походу. Я, походу, не тот открыл. Аус штук, аус в С. Или нам аус в С надо? Я не знаю. Что нам надо? Что нам надо? То есть это у нас 1.3. 1.7. Аус в F это что? 2.0. Ну. А че я не могу следующий-то открыть? Какого лешего? Что происходит? Почему не могу следующий открыть? Недоволен. Дядя Гоша недоволен. Так, знаки отличия. Позволяет использовать 4 слота по детали. Пфф. Thank you very much. Так, что у нас тут? Исследование техники 129%. Круто вообще. Итого тут куча денег еще дают. Свободных 8 тысяч почти. Класс! Да, на этом танке приятно кататься. Ну, видите, тут бонус к исследованиям еще дается дополнительный. То есть обычно у нас на этих танках, скажем, если бы мы катались, у нас было бы просто бонус к исследованию. 30%! 30%! А тут... Господи! Да тут целых 136%! А, слушайте, мне надо еще один, походу, танк открыть, да, и тогда я смогу исследовать. А, недоступен, да, нам надо, наверное... Ну да, вот этот откроем, мы потом все пойдем, поедем. Так, ну да ладно, ну да ладно. Я хочу еще на нем покататься. Давайте еще раз глянем, что у нас тут есть. Бронебойный остроголовый, так, и бронебойный снаряд с бронебойным наконечником и баллистическим колпачком. Ну, конечно, я знаю, что это такое, просто мне лень объяснять. Так, 770, короче, вроде выглядит круче. То есть, как я понимаю, за него, видите, платить надо больше, наверное. Потому что здесь нарисованы львы, а эти, может, бесплатные, я не знаю. Кстати, еще фугас надо попробовать. Фугас, может быть, у этого танка очень интересен. Ладно. Давайте попробуем, конечно, фугас, но... Супер рэп. Так, и еще, что у нас тут еще? Кстати, а можно вот... А, нет, видите, нет, только дубли. Швибли-дубли. Ну что, мой сладкий персик? Давай, хочу еще. Среднее время ожидания. Почему? Где танкисты? Парам-пам-пам. Швибли-дубли-дубли-ду.